Тим Нинджа, Concept и Spark Unlimited преследуют чувство нового, поэтому они смешали в одной игре ниндзя, зомби, механических созданий и оформили все в стилистике комиксов. Образ ниндзя, яиба Ninja Gaiden Z, основан одновременно на японских и американских представлениях об этих наемных убийцах. Разработчики выяснили, почему ниндзя интересны двум разным народам, и у них зародилась идея новой игры. Три команды творцов работали над ней вместе. Не было такого, чтобы каждый взял на себя какие-то определенные обязанности и не интересовался тем, что делают другие. Яиба Ninja Gaiden Z – это спин-офф к основной серии Ninja Gaiden, разработкой которого руководствовал создатель Dead Rising 1 и 2 Кейджи Инафуне. По сюжету главный герой Яиба Ninja Gaiden Z был тяжело ранен во время сражения с знаменитым Рю Хаябуса. Он бы так и остался умирать, если бы его тело не нашла некая мистическая организация, которая помогла вернуться самураю в строй. Позднее он узнал, что неведомая инфекция начала превращать из людей в зомби. Протагонист решается заключить договор с компанией, чтобы остановить заразу и отомстить за свое поражение. Не ожидайте беспредельной сложности от Яиба Ninja Gaiden Z. Все сложное в этой игре – это выговорить ее название. Но поклонники экшенов определенно будут наслаждаться различными моментами игры. Что ж, с вами был я, Кордил, из канала Vita Games, с новым кратким обзором на игру Яиба Ninja Gaiden Z. Весьма сложно выговорить, да. Всем спасибо за внимание, всем удачного настроения, пока, играйте в эту замечательную игру.